Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня мы с вами поговорим о моем заказе. Тут есть и новинки 11 периода, и есть, конечно же, мои фавориты, мои любимые фавориты, это я дочку измеряла, забыла убрать. Вот, это, во-первых, по купонам я взяла, как вы видите, очень много масочек для волос. Честно сказать, их очень люблю я, эти масочки. Заказываю их давно, в рекламе они не нуждаются. Это уже далеко не новинка. Эта маска идет Deep Aqua для интенсивного увлажнения волос. Она действительно работает, волосы классные, красивые, но я пользуюсь этим средством не так, как тут написано. Я его наношу, заматываю волосы полотенчиком часа на два, потом смываю. Вот тогда эффект просто обалденный. Этой маски мне хватает на 4 применения одной масочки. Я прям потолще, пожирнее слой наношу. Да, артикул 89-65, 200 мл. Также ее можно легко, на мой взгляд, использовать как бальзам. Да, вот она такая. Очень такой приятный, свежий, классный аромат. На мой взгляд, ее можно использовать как бальзам для волос. Если вы ее нанесете так, как тут написано, она у вас будет работать просто как очень хороший бальзам для волос. Вот, она недорогая, эта масочка. И вторая маска, это для блондированных волос. Я, если честно, не могу сказать, помогает она мне или нет. Но тут указано, интенсивно питает волосы, делает волосы мягкими и блестящими, потому что я масками пользуюсь практически по 2-3 раза в неделю. И я не могу сказать, какая лучше, какая хуже. Я просто не запускаю волосы. Артикул 89-56, она тоже идет 200 мл. Я также ей замачиваю, грубо говоря, замачиваю прямо голову на 2 часа. Вот такая вот масочка. Они густые, у нее абсолютно другой аромат. Эта маска пахнет сладко, но тоже очень приятно. Это не приторно-сладкий аромат. Очень их давно люблю, очень их давно хвалю в видео. И в прошлом году я их в видео хвалила. Мы в компании Фаберлик уже 2,5 года. Скоро будет 2 года и 7 месяцев. Вот, поэтому... Да, это один из первых продуктов, который я попробовала и постоянно беру. Наверное, по моим предыдущим видео вы видели, что у меня дочка, когда мы с ней снимали одежду, старшая, опять уже волосы по попу отрастила. Сколько ей не обрезай, она не любит, чтобы волосы были короткими. И, конечно же, такой маски ей на 3 применения. Мне на 4, на 5, ей на 3. Да, то есть, по идее, они у нас уходят быстро, эти маски, потому что реально у дочки длинные волосы по попу. А далее по купонам также я урвала Sell & Care шампуни. Безумно рада, что компания Фаберлик выпустила шампуни без сульфатов. Очень рада. И вы знаете, они просто великолепные. Конечно, на первый взгляд, кто-то говорит, что они плохо пенятся, слишком густые, еще что-то. Но я, для меня... Это обычный шампунь с обалденно приятным запахом и с отличными моющими качествами, да. Это альтернатива салонной процедуре, салонному уходу. Я люблю всю эту серию. У меня есть спрей, у меня есть маска. Я все-все-все заказываю. Очень-очень нравится мне именно вот эта серия. Он идет 250 мл, он большой, и артикул 82-10. Но он не такой уж и дешевый, да, но, конечно... Мне он нравится, очень нравится, заказываю 3, потому что, ну, дочка опять-таки начнет мыть голову, и все это закончится дело сразу. И, конечно же, у нас тоже рату холодно, конечно, в жару голову мы моем утром и вечером из-за того, что просто голова потеет из-за жары, постоянно ходим в душ, и я заказала побольше шампуней, но думаю, что мне их не хватит больше, чем на пару каталогов, потом я опять начну заказывать, просто потому что они уже закончатся из-за жары. Конечно, зимой расход меньше, когда моешь голову через день, то в принципе их, ну, не так уж и на мало хватает, надолго. Следующий, это тоже уже мой фаворит, это спрей для интимной гигиены, артикул 1683, очень его люблю за его аромат, за его действенность, он действительно удаляет все запахи, он идет с пребиотиком, я его наношу на все тело, не только на интимные зоны, да, он идет 100 мл, вот вторая штучка у меня уже израсходовалась, это недавняя новинка. Вот, артикул 1683, пробуйте, потому что не фокусируется, да, потому что вещь действительно классная,
Вот. Он сохраняет естественную микрофлору кожи, усиливает ее защитный барьер, что очень важно, подходит для интимной гигиены, также в качестве средства после депиляции. На самом деле, очень хорошая вещица и нейтрализует неприятные запахи, освежает. Да, не содержит спирта, чувственный аромат с нотами нерали, дыни, розы и иланг-иланга. Да. Вот, тут написан способ применения. Подождать, пока 3 минуты сохнет, но сохнет он меньше. Не знаю, почему 3, да. Ну, в принципе, довольно. Буду еще заказывать. Артикул 1683, вещь недорогая. Попробуйте. Это серия Эксперт Фарма. Ну, нету в Эксперт Фарме чего-то плохого. Да, оно всегда работает. Оно, если есть проблема, оно у вас бодро будет. Конечно, если проблемы нет, то смысл заказывать это средство нету тоже, да. Ну, просто вот вы знаете, даже детям в садик побрызгать на трусики, и то уже ваш ребенок будет защищен, да. То есть у него широкий спектр, почитайте о нем. Вам, я думаю, понравится это действие этой штучки. Этого спрея. Следующее, конечно же, закончилось, я заказываю, хотя закончилось 2 недели назад, но компания Faberlic такой широченный ассортимент, что у меня просто не получается заказывать продукцию вовремя, иначе у меня будет перебор по баллам, потому что ежекаталожно я делаю более 100-150 баллов, и вы понимаете, у меня не получается сделать меньше, потому что то одно заканчивается, то другое заканчивается, то дочь плащ увидит, то младшей нужны кроссовки, то еще что-то. Да, по идее, бизнес компании Faberlic строить очень просто, потому что всегда есть что купить. И на самом деле, вот мы недавно так получилось, что пошли за губками, потому что губки закончились. У нас закончились губки, нам пришлось, чтобы не ждать неделю заказа, сходить купить губки в магазин. Вот такой вот абсурд. Да, то есть я прозевала. Хотя в компании Faberlic на самом деле все есть, и мы ходим только молоко, там хлеб, продукты питания покупать, еще что-то, да. А что я сейчас держу в руках? Артикул 112.60, это спрей для обработки поверхностей Монарда. Он противовирусный, спектр Монарды, он очень широко распространен, также эта Монарда убивает всю черную плесень. Ну, черной плесени у меня нету, я испытывала это средство давным-давно, когда оно еще было в фирме Сингара. Вот. И вы знаете, оно на самом деле эффективно очищает от плесневого налета, нейтрализует неприятные запахи полностью целиком, и оно обезвреживает все вокруг, и оно не вредное. Не вредное. С Монардой даже пьют чай и повышает иммунитет. Да? То есть вот вещь на самом деле классная. Ее можно и на поверхность, ее можно и на тело, ее можно пить и так далее, и так далее. Вот. Следующее, конечно же, закончились салфеточки. Пока они были по акции, я взяла побольше. Тут 15 штучек, нежный такой цветочный детский аромат, они идут антибактериальные, на самом деле их можно урвать за копейки, по идее они бывают по 44 рубля, но с нашей скидкой плюс со скидкой там 1+1, по-моему, берешь, и оно становится дешевле, что-то типа такой скидочки, конечно, я набрала побольше, зачем переплачивать. Далее. Хочется вам рассказать про новую парфюмерную водичку Beauty Cafe Caprice. До 6 августа она идет, так, до 06.08, да, это август, она идет 2 в промо заказываете, и 3 вам автоматом падает в подарок. То есть это только до 6 числа. Вот такая вот акция. И вы знаете, первые ноты — резкая сладость, которая мне не понравилась. Я сказала фу. Я не буду это скрывать. Я сказала фу, мне невкусно. Но прошло буквально минут 15, и я почувствовала такую насыщенную кислинку, свежинку. Такая вот изюминка в этой воде. Она раскрылась на мне. Очень интересно. Вот сейчас она у меня на руку нанесена. И я хочу сказать, что очень мне понравился этот аромат, он женственный. И, конечно, очень было приятно, когда муж спросил: «Анюта, чем от тебя пахнет? Какой-то новый аромат». Потому что я уже почти 2 года душусь водичкой Pour Toujours.
Да, и очень ее люблю, уважаю. Прям флакончик, смотрю, остается меньше половины, я заказываю новый. Да, потом я, значит, полюбила очень сильно парфюмерную водичку Пладинум от Ренаты Литвиновой, тоже такой классный аромат, нежный. И вот это, наверное, третья будет моя любимица, которую я с удовольствием, которой буду пользоваться и знать, что людям она тоже понравится. Потому что, в принципе, это универсальный аромат. Первые ноты очень схожи по, знаете, с какой водичкой? Феерика Сенсуэль. Но она та пудровая. Это не пудровая и намного резче. Первые ноты очень такие резкие. Но вот эта вот сладость, приятная сладость, меня просто удивила в конце шлейфа. Мне кажется, вы не пожалеете, если приобретете две по цене трех, артикул у нее 30-15. Вот, буду надеяться, что вам она тоже понравится. И, конечно же, приятно, когда компания Faberlic дарит подарки. Еще раз, оно находится в промо-акциях. Эта акция доступна только для зарегистрированных. Если у вас есть регистрационный номер, пожалуйста, пройдите в раздел промо-акции. Если у вас нет регистрационного номера, вы ни разу не регистрировались в компании Faberlic, а ссылка на регистрацию под видео. Пожалуйста, забирайте этот подарок, но он действует до 6.08. А далее, о чем мы с вами поговорим, это я VIP-консультант, я имею право забирать две новинки по... Ой, не две новинки, а два продукта с 70% скидкой. И не изменяю своим традициям, заказываю капсулы от Ренаты Литвиновой. Это кислородная концентрированная сыворотка молодости для лица в ампулах. Она на самом деле очень эффективная. И говорить я о ней могу бесконечно, потому что она работает. Я использую раз за раз по две капсулы, потому что я наношу и на зону декольте эту сыворотку, и на все лицо. Мне 33 года, мне уже можно и пользоваться. Она идет 35+, конечно же. Да, артикул 0333. Конечно, как бы я ее не хвалила, пока вы ее сами не попробуете, вы не поймете. Мне она досталась за 222 рубля, но на самом деле в каталоге она стоит 600-800 рублей. Там идет 5 ампул по 15 мл. Ампулки такие простые, пластмассовые. Вы отламываете наконечник и выдавливаете капельками на лицо. И массажными движениями снизу вверх вот так потихонечку наносите. И, в принципе, она хорошо работает. И потом поверх этой сыворотки вы можете или крем какой-то нанести, или вы можете так использовать ее как самостоятельное средство. Я очень часто наношу ее, вот особенно в жару. Мне не хочется толстый слой. Конечно, после этой сыворотки кожа не липнет, не ссыхается, ничего. И я спокойно могу просто нанести ампулу и через 15 минут ложиться спать. У меня с личиком все в порядке. Да? То есть она не сворачивается на лице, ничего. То есть все здорово, все классно. И очень-очень ее люблю. Вот именно эту сыворотку и буду заказывать постоянно-постоянно. Итак, следующее, что бы мне вам хотелось показать. Это вот такая вот новинка, очень-очень она интересная. Это осветляющий крем SPF 15, артикул у него 1163, да, вот такая вот она идет, интересная, она идет 50 мл. Вот, это крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. Три раза им попользовалась, я его не поняла. Я его не поняла, может быть, потому что у меня нет пигментации. Вот, давайте я вам о нем немножечко расскажу. Это специально обработанные микронизированные пигменты, которые обеспечивают мгновенный эффект осветления и матирования на весь день. А когда я ее наношу, она вначале создает эффект каких-то блесточек. Да? Вот она, смотрите, какая интересная. Она создает эффект такого, ой, как много, прошу прощения, да. Она создает эффект, видите, она моментально осветляет. Вот, и чем толще вы ее наносите, тем лучше, ее абсолютно не видно. То есть эффект, скорее всего, чтобы спрятать пигментные пятна, еще что-то, да, вот видите, есть разница. Тут кожа не блестит, тут кожа блестит. Но вот этот вот еле заметный мерцающий эффект, он скоро уйдет. Он скоро уйдет, и вообще, по идее, проблем не будет. Вот, такая вот интересная вещь, да, как вы видите.
Далее, значит, что же он делает еще? Тут идет пролонгированная УФ-защита, обеспечивает благодаря сочетанию органических и неорганических фильтров. Также тут есть витамин С, это мощный антиоксидант, который стимулирует синтез коллагена, способствует осветлению и препятствует появлению пигментации. Подходит для чувствительной кожи. Д-пантенол обладает восстанавливающим, увлажняющим, разглаживающим действием. Вот такая вот интересная вещичка, 50 мл. Вы знаете, я нашла ей способ применения, так как кожу мне осветлять не нужно. Но, вы знаете, у меня есть такой вот тональный крем, я его очень люблю. Этот тональный крем, он идет антивозрастной, Anti-Age от Secret Story, артикул 6199. Это не новинка, как вы видите, да, и я... Сейчас вам покажу, да, и вот он мне иногда кажется, что он меня желтит. Он на самом деле не такой желтый, потому что тут нанесено прям на выбеленную кожу. На самом деле он намного лучше ложится, менее заметен. Но вот вы знаете, все равно в некоторых местах он мне кажется темноватым. И вот когда я начала его использовать вместе с сывороткой, огромное спасибо моему подписчику, который мне вот это вот посоветовал. Низкий вам поклон, забыла имя. Я сейчас вот это вот средство, да, это у нас идет кислородное сияние, сыворотка хайлайтер. Я ее любила как самостоятельное средство, потом я ее полюбила, когда я сочетала вот эти две вещи, да. Вот, я... Вот когда вот наношу на кожу, да, в перемешку. То есть я сначала, конечно же, на ватном диске могу перемешать, а потом наношу. И вот вы знаете, эффект был просто великолепный, просто потрясающий. Идеально выравнивалась кожа, и средство вообще становилось просто обалденным. Мне нравится вот именно этот эффект на лице. Оно выравнивает, хорошо маскирует и так далее, и так далее. То есть преимущество вот у этих двух средств в перемешку просто множество, множество. И я решила попробовать именно вот этот крем. Да, смешать вот с этим средством. Вы знаете, мне тоже понравился очень сильный эффект. Я, наверное, вот так вот израсходую, так как он SPF 15, как раз ближе к лету. Мне очень хорошо. Скорее всего, он препятствует появлению пигментных пятен, но их у меня нет. Я не могу сказать, помогает он или нет, потому что, ну, просто нет у меня их. Вот, последнее, это то, что я заказала. Тоже я схватила, конечно же, по купонам. Это омолаживающая программа Age Power 2, увлажнение, ревитализация. А тоже идет 6 ампул, как и в той упаковочке. Да, вот такие вот ампулы, там они в белой упаковочке, а тут они такие идут. Вот. Эти ампулы тоже много что делают хорошего для нашей кожи. Они мне тоже очень понравились. Тут 6 штучек по 1,5 мл. Артикул 1066. Тоже вещь классная, тоже нравится, тоже на коже не оставляет никаких жирных следов, ничего. Можно использовать с кремом, можно использовать как самостоятельное средство. Можете поставить на паузу, почитать. Мне это средство очень понравилось, я его рекомендую вам. По-моему, оно идет до 25 лет, если я ошибаюсь, исправьте меня, потому что шаг третий, там говорится, что он уже свыше 40, поэтому я заказала одну упаковочку, пропользовалась, да, кожа хорошо подтягивает. Но мне рано таким пользоваться. Я заказываю только первую и вторую программу. Первая программа идет увлажнение, а это идет ревитализация уже, да, увлажнение и ревитализация. Следующее средство, это точечный аппликатор антиакне. Он мне очень понравился. Во-первых, он экономичный, его надо совершенно чуть-чуть, он не сильно густой. Да, он не сильно густой. И вот вы знаете, его эффект меня просто поразил. Он на самом деле подсушивает прыщики, он на самом деле делает экспресс-действие, но не в том случае, когда у вас, я извиняюсь, конечно, да, скажу по-русски, жирный здоровый прыщ, и вы им помажете один раз, и он у вас пройдет. Нет, надо за день помазать 3-4-5 раз. И на следующий день у вас от прыща не будет и следа. Вот только если так. И, конечно, если вы этот прыщик перед тем, как помазать, будете протирать каким-то тоником или еще чем-то, чтобы очистить кожу перед нанесением, а не просто грязными руками, да, по грязному лицу размазывать. Очень частая ошибка, просто я из этого это говорю. Вот.
Значит, артикул у него 1672, он идет 10 миллилитров. Вы знаете, вся серия действенная. Вся серия действенная, и что мне понравилось, именно вот у этого кремчика, у него такой сладковатый запах, очень, очень приятный, он легко наносится, и вы знаете, имеет он в составе салициловую кислоту и экстракт магнолии. То есть он и подсушивает воспаление, и предотвращает возникновение угревой сыпи, обладает антибактериальным эффектом. А магнолия, она успокаивает покраснение и раздражение, обладает антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Средство эффективно с сочетаниями другими продуктами антиакне, и содержит в себе наш знаменитый Новафтем, наш патент, которого нет ни в одной компании, только есть в компании Фиберлик. Вы знаете, вот эта серия работает хорошо. Почему я так говорю? Потому что я ее испытала на практике. Акне у меня нет, но у меня страшное акне постоянно. У дочки старшей, мы на самом деле мучаемся, и проблем у нас много. И вот именно серия антиакне сделала все ее вот эти вот угревую всю ее сыпь, уже сделал ее бледной, да, то есть там идут какие-то остаточные прыщики, еще что-то, но сама сыпь, она уже уходит, и ее становится все меньше и меньше. Далее, три вот таких дезодоранта, честно скажу, ни с одним еще не походила, 48 часов, да, как тут обещают, потому что у нас была жара, и не мыться 48 часов я просто не могла. Мы ходили по 3 раза в душ, вот будет холодно, я тогда его, скорее всего, испытаю, но на 12 часов в 30 градусов его хватает, это точно. А больше всего мне понравился аромат с освежающей мятой и молочными протеинами, очень вкусный аромат, очень приятный, очень классный. Артикул у него 8640. Так, опять задний фон фокусирует, да? Артикул у него 8640. Да, и вот тут вот, в принципе, все. Да, то есть увлажняет, смягчает нежную кожу. Он идет с ухаживающими компонентами, что очень здорово. Вот, изысканный уход. Следующее у нас с вами идет роскошная мягкость. Он идет с протеинами, с миндальным молочком и молочными протеинами. Артикул у него 8647. Тоже вкусно пахнет молочным таким миндаликом. И вот этот вот аромат мне не очень понравился. Прям натуральный инжир. Инжир, инжировый инжир. Прямо такой сладкий. Вот знаете, вот когда вот вы покупаете сушеный инжир в магазине, начинаете его кушать, вот прям у меня такое ощущение, что вот этот привкус аж во рту был, вот этого инжира. Он не резко пахнет, невкусно, как бы, ну, как вам сказать, не резко, ничего, но вот я просто не люблю инжир. Сама по себе, вот, я еще не люблю очень сильно мед, хотя мне нравится серия молоко и мед, я мою им волосы, но мне неприятен этот аромат, и вот инжир я тоже как бы не люблю. Вот, все они идут по 50 миллилитров, артикул 8667, хорошая очень вещичка, на 12 часов в жару хватает, никаких запахов от меня ничего не было, там я уже помылась, да, то есть вот так вот. Также у нас с вами идет новинка, я ей скажу честно, 2 раза только помыла посуду, только 2 раза, так тут, это я, наверное, немножечко... пыталась видео в прошлый раз снять заморалом. Вот, значит, она идет 0+. Это средство заявлено как заботиться о нежной коже рук, дерматологически протестирован, подходит для мытья детской посуды и бутылочек. Да? Артикул у него 111.91. Оно идет именно для чувствительной кожи. Аромат у него, сейчас освежу в памяти. Ой, нежный такой, еле-еле уловимый. Оно идет такое густенькое. Как вы видите, его нужно маленькую капельку, иначе будет очень много пены. Средство экологически чистое, биоразлагаемое, не наносит вреда окружающей среде. И вот, конечно, на него аннотация. Вот тут есть способ применения, есть состав, есть условия хранения. Да, то есть обязательно посмотрите, сколько у нас тут значков, да, что дермопротестирован, что сертифицирован. Хотя сертификация, да, идет 500 миллилитров. Его можно разводить, судя по аннотации, да, его можно разводить 1:3, 1:4 рекомендуют. Кто-то разводит пополам, кто как, я никак не развожу, если честно, мне и так оно нравится.
Оно и так просто, его нужно чуть-чуть капать и все. Следующее — это такая вот интересная новинка. Вы знаете, сначала я не поняла прелести этой новиночки. А это у нас с вами фундамент, да, под тушь. Но артикул 5470, я хочу сказать, что она работает, и она мне понравилась. Единственное, что когда у меня заслезились глаза, я хожу в линзах, мне немножко защипало глаза с нее. Вот именно с этого, потому что я еще как бы не хотела это говорить в видео, потому что не была совсем уверена, но на следующий день я просто тушью накрасила, глазки мне не щипало, даже когда они заслезились. Потому что попадает любая соринка, глаз начинает слезиться, и вот знаете, вот как наши ранешние туши, когда щиплет глазки, вот мамины туши, вот я брала, помню. Но вы знаете, вот эффект просто меня потряс. Эта вещь, она действительно работает. Она действительно классно работает. Артикул у нее 5470. А что я могу про нее сказать? Сначала я нанесла на обе ресницы. И вот вы знаете, как высохнет это средство, так лягут и ваши реснички, да, которые вы будете красить. А что мне не понравилось? Мне не понравилось то, что она... как вам даже сказать, когда вы наносите на этот слой, да, вот, ну, на кремовый слой тушь, то у вас часто может быть такое, что вот где-то там далеко у основания реснички могут быть не прокрашены, и вот это вот сложно потом прокрасить, когда они стоят колом, такие пышные, такие длинные, такие красивые. И, конечно, когда я накрасила не оба глаза, а один, я хочу сказать, что я тогда только заметила эффект, как один глаз у меня оказался таким распахнутым, красивым, выразительным, а второй глаз просто был накрашен тушью. Экспериментировала я их вот с этой вот тушью. Это уже, грубо говоря, не новинка. Это уже тушь, она давно выпущена. Ну, новинка, конечно, этого года. Я ее люблю, я ее уже много раз хвалила. Мне она нравится. Она и удлиняет, и объем делает. Артикул у нее 5576. Но она, конечно, если взять, в пример, тушь Secret Story с артикулом 5599, эта тушь проигрывает. Но она и дешевле. Она дешевле на 100 рублей. Вот. Значит, далее... я хотела бы вам показать вот такую вот вещицу, как тоже взяла по купонам, как вы видите. Это очищающий скраб для тела. Очень его люблю. И вы знаете, это единственный скраб, которым я могу помыться, не нанести ничего на тело, и кожу не стягивает. Это просто обалденное ощущение гладкости тела. Вообще ноль, нисколько не сохнет. Такое ощущение, что вы каким-то увлажняющим молочком помылись, а не скрабили свое тело. Вот на самом деле вещица просто классная, просто суперская. Да, вот такой вот скрабик. Тут частицы, они могут показаться, конечно, и не сильно, да, скрабирующие, но на самом деле они хорошо скрабируют, они довольно-таки острые, но кожу они не повреждают. Аромат у него такой яркий, сладкий, но не бьющий в нос. Приглушенный сладкий, я бы так его охарактеризовала, он реально вкусный. Аромат мне нравится. Вот. И, значит, давайте скажу его артикул. Мне кажется, что вы не пожалеете, если вы его попробуете. Артикул 2420. Тут идет 200 мл у него, да, и 8 месяцев с открытия упаковки, да. Ну, конечно, на 8 месяцев мы его никогда не растянем. Вот. Тут идет, как вы видите, состав. Все, способ применения, очищающий скраб для тела. Вещичка, конечно, шикарная. И еще раз буду его заказывать. Ну и у меня заказали, это я не себе, это водный спрей антистатик для текстильных изделий. 200 мл, артикул 11262. От себя хочу добавить, что у меня есть один такой, он хорошо работает. Он хорошо работает, он без запаха, без всего, для текстильных изделий. Вот вы носите юбочку, и она, в принципе... у вас прям развивается, и нет никаких проблем с ноской вещей.
Ну и последнее, что я вам хотела показать, не могу не показать, это не продукт, это журнал Faberlic Start, который мне очень-очень понравился. Единственное разочарование, тут нету карьерной лесенки, потому что когда я его отдавала новичкам, заказывала, да, то, конечно, с карьерной лесенкой лучше. Тут же одни почему-то подарки на этот раз, да, но смотрите, этот журнал, чем он хорош? Тут есть все, да, есть знакомство с Faberlic. И далее идет и подбор по нижнему белью. Идут вот основатели компании, это Алексей Нечаев, вице-президент Даванков. Да, далее, значит, все, что вы хотите знать о Faberlic. Вот, как это переводится, да, мастер образа, что у нас есть собственный завод, то есть ваши новички могут сами полистать в спокойной обстановке, да, посмотреть, что компания у нас сотрудничает с экологической организацией ЭКО, садит деревья, также Солнечный пес помогает деткам с ограниченными возможностями, да, а также не каждая компания похвастается отличнейшей логистикой. Да, у нас на самом деле широкий ассортимент каталогов, и нам с нами тут как бы знакомят их, да. Далее у нас идет Faberlic Start, описание любой продукции и компании, да. Очень интересно, вот тут уход за лицом, да, история голубой крови, да, про пертоуглерод рассказывают. Очень интересно, я читала, мне он очень понравился, этот журнал, да, и, конечно, вот такой вот журнал. Но самое интересное, что тут есть гид по продукции Faberlic, да, то есть, если вам лидер говорит, у меня, допустим, проблемная жирная кожа, помоги мне, да, то тут уже есть вот линейка, да, Ultra Clean Green, и вы можете увидеть, да, баланс для жирной кожи, и вот тут вот эта линейка встречается, да, проблемная кожа, да, если, допустим, человек говорит, там, мне нужен крем для мамы 60+, то мы с вами тоже можем видеть уже крема, которые компания рекомендует. Очень удобно, да, допустим, Матридженик 60+, Реноваж 50+, Гардерика 40+, Проликсир 30+, Аквасмарт 20+, да, очень здорово. Есть еще базовая линейка 30+, есть все возраста, да, есть базовая линейка Айстрим и Эксперт. Эксперт вообще обожаю эту линейку. Вот, далее, значит, тут рассказывается именно о серии Selen Care. Мне тоже очень эта серия понравилась. Тут и про краски для волос говорится, да. То есть, и, конечно же, гид по продукции Faberlic и уход за волосами и стайлинг. Вот этот журнал вы можете прям с собой носить. Если у вас осталась одна штучка, не отдавайте его никому, если вы любите рекрутировать своих знакомых, свою структуру. Все-таки мы с вами строим бизнес, и мы открыли старших национальных директоров и подтвердили их за 2 года работы, а это 15 директорских веток. Мы открыли международного директора, это 19 директорских веток. И я вам хочу сказать, что бизнес строит легко, если у вас под рукой такие классные инструменты от компании Faberlic. Этот журнал стоит, я не помню, копейки по сравнению с его продуктивностью, он реально стоит копейки. Да, смотрите, гид по декоративке. Гид по декоративке тоже классный. А тут прям написано, чем что отличается. Да? Тут есть антивозрастной тональный крем. Да, есть тональный крем двойной агент. Что он делает? Да, есть с омолаживающим эффектом. Есть тональный крем, да, то есть для молодой кожи. Также есть всякая разная пудра. Да? Вот, и вы никогда не запутаетесь в продукции. Единственное, что тут нет, ну вот последних новинок, может быть. Также гид очень хороший ароматов. Очень хороший гид ароматов. Все базовые ароматы, они тут есть, да. То есть, вот, допустим, я люблю древесные ароматы. Я смотрю, что за древесный аромат. Это платинум и аура, да. Вот, я, допустим, еще люблю аромат поп-тужур, но тут его, по-моему, нету, что ли. А это мужская карта. А Пуртужур я свой. Ну, может быть. А, вот он у меня, да. Это зеленый аромат, да, цитрусово-цветочный. Вот он у меня какой. Очень его люблю.
Вот. И, конечно же, смотрим дальше. Мода, одежда, что будет в моде, какие эффекты. Да, то есть очень-очень интересный журнал. Да, как вы видите, прям весь с вами его пролистаем. Да, допустим, нижнее белье хорошо описывается. Да, как подобрать белье. Вот тут все-все. Охват под грудью. Маечки неглиже, как подобрать. Бюстгальтер, особая поддержка, да, для больших объемов груди. Очень интересно. Далее косметика для дома, конечно же, берется. А что это за порошочек, вы можете почитать. А, часто задаваемые вопросы есть в блог. И, конечно же, гид по продукции косметика для дома. То есть для мытья посуды вы можете знать, что есть. Да, кухонное мыло какое есть. А, да, чистящие средства какие для чего. А, очищение воздуха. Да, то есть смотрите, смотрите, это здорово. Это все у вас будет под рукой, все удобно. И, конечно же, стартовая программа. Если вы будете разговаривать с потенциальным своим новичком, то стартовую программу тут компания Faberlic вообще презентует просто классно, просто великолепно. И на самом деле на эту продукцию по стартовой программе идет 93% скидки. То есть ее дают практически даром, и вы все это можете презентовать. Также наша знаменитая внутренняя программа только для зарегистрированных, такая же. А, да, то есть это идет программа Faberlic Club. Это вообще бомба, потому что подарки идут сейчас от 5 бонусов. А, это, сделав заказ на 100 баллов, вы можете получить 20 масок для, допустим, для лица в подарок. Да? Или вы можете эти баллы копить и заказать себе, к примеру, на накопленные баллы набор полноценного постельного белья очень хорошего качества. Да? То есть... Там вы можете заказывать и парфюмерию, и косметику для дома. И все это будет за 0 рублей. За 0, понимаете? Компания дарит подарки за каждый заказ. Просто об этом нужно знать. Вот. И, конечно же, великолепная вещь. Вот этот Faberlic Style. Я его вам хотела бы очень-очень порекомендовать. Он на втором шаге промо-акции. Вы можете его брать, заказывать. Я буду заказывать и каждому новичку своему прям до регистрации уже давать. Вот человек думает, я ему дам этот журнал. Посмотри, посмотри, что у нас за компания. Посмотри, да. И тут, в принципе, вот этот журнал, да, кроме вот в прошлом старте был маркетинг-план. Очень плохо, что в этом старте его нет. Очень плохо, надеюсь, что вернут. Вот, поэтому люди не так любят покупать, как, конечно, зарабатывать, как строить бизнес, и вот тут вот как раз этого бизнеса нет. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Аня Кононова, интернет-проект Faberlic Online, мои новинки, мои фавориты, все, что мне понравилось, конечно, новинки стоящие, которые мне достались, пусть их было мало, но я ими всеми довольна, особенно вот этим вот антиакне. Очень довольна, он мне понравился. Ну и крем с омолаживающим эффектом найду, куда потратить. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео.